Привет, ребятушки, привет. Мы снова с вами, и сегодня мы снова играем в Лего Вукру. Да, Лего Ниндзяго Вукру. Лего Ниндзяго Вукру, и у нас самый интересный уровень, да, какой-то да. Босичок сегодня да. будет. Это так что смотрим внимательно, ставим лайки. Вот так вот. Ой. Вот так вот это выглядит. Ух ты, кружицу. Кружицу, мочи, как можно больше их. Да. Блин. Ох, не успел. Ничего страшного. Так. Давай, наверх туда, давай. Не дай ему спуститься. А почему не давать ему спуститься? Так, чтобы он это, не встретил тебя и не отлупил. Что-то он меня не отлупил. Так, еще одна змея двуглавая, смотри. Мы забыли про... Она ждет тебя и жаждет твоей крови. Ну-ка. Теперь нет. Молодец. Так, кристалл. Кристалл наш. Дверь открыта. Путь свободен. И первая локация. Интересно, какой будет босичок-то у нас там? Красненький, как двухголовый. Правда, там, наверное, изменится. Что-то хвост, наверное, станет такой длинный. Ой, ноги. Ты опять, как всегда, сзади к нему подбежишь. Да. И буду так, бить, ладно, вторая колотить. Локация. Так, что у нас тут? Так, ничего. Что-то грибы какие-то насажены здесь, да? Да, видимо, пытались огород сделать. Или что-нибудь такое. Огород из грибов. Может быть, здесь когда-нибудь был лес? Наверное. Так, потом так, это стало так. Гробницей. О, туда она может попасть как-то. Да, с помощью коула, который мы сейчас убираем. Так. Открываем и мучим всех. Тут, забегаем и всех убиваем. Или забиваем привет, и обратно. Ребята. Да ладно, беги обратно. Нафиг он привет, нам нужен. Ребята. Скрытная атака. Скрытная атака. Так, давай. О, этот, как он, рычажок. Так, нет. Как надо прийти? Вниз туда иди. Вниз, а я думаю, что туда. Да так, нет же. Не туда, а вот туда надо было. Нет. А, ну-ка давай вниз. Входа. Вниз. Вот, и сюда вниз. Вот она, вот он ход, наконец. О, там сундук красный. И золотой. Золотой, а не красный он был. Я проверял тебя. Знаешь ли ты цвета, мальчик? Оказывается, не знаешь. И знаешь ли ты материалы? Так, ну что мы? Открыли дверь, еще одну дверь. Кристалл, бочи лучше кристалл, а не сразу это. Ба-ба. А почему сейчас до них никому. Не дошло? Что, будешь драться с ними? Ты будешь а биться знаю, с ними? Уля! Какая у него коса у этого парня. Классно, да? Собираем немного монет. Все. Собираем монеты и идем на третью локацию. И там, по-моему, нас ждет... Босичок какой-то, да? Ну, наверняка тоже слабачок какой-то. Ну, бей его! Молодец. Даже подвисло немножко. Так. Поднимаемся, открываем локацию секретную, а там... Сундук. А там сундук? Да. Кристалл. И монеты. И больше ничего? Ну и денежки можешь собрать. Подкопить на мороженку. На мороженку? А как ты думаешь, Коул любит мороженки? Да, он все любит. Он будет и... Он любит и кексики, и там, торты. Да, он что, да. сладкоежка, что ли? А вот! Все, ух мы ты, дошли вот до он, него. Босяк. А, так надо еще его убить. А ты как думал-то? Давай вот. Опа, махач. Смотри, что он делает, он тебя лупит. Ну-ка. Что, все? Вот и весь босс. Сколько мы, 3 или 4 удара, да? Так они слабые что-то боссы. Может быть, это игра для самых маленьких. Наверное. Ну мы тут с тобой 2 здоровых мужика сидим, да. играем.
Так, ну эх, чуть-чуть не хватило нам с тобой до 20 уровня. Перестань, девка, шумы. Хорошо, мы сдаемся. Темная материя, это она заставила нас. Простите, нам уже лучше. Эй, ты не Фэнгдом, хотя жутко на него похож. Нет-нет, то есть да, я Фэнгдом, не трогайте меня. Фэнгдом, поменяла поганка. Пятна, я тебя не верю, Где твой хвост? Джей. Джей, это не Фэнтом, хвосты вырастают только у генералов. Джей! Мы и так знаем, что Джей необразованный. Говори, где Фэнтом. Хорошо, только не трогай нас. Фэнтом отправился на переговоры со Скейлзом, генералом Гипнобрай. Значит, следующая остановка – гробница Гипнобрай. Новый день, новая гробница. Каждый день, смотри, у них, да, какие-то приключения. Секунду, может, для начала соберем золотые чешуйки Гипнобрай? Без них в гробницу все равно не попасть. Ну, конечно, это совсем как в игре, в которую я рубился на прошлой неделе. Он еще и в игры успевает играть. Да. Да? Он любит видео. Гипнобрай любит холод, значит, нам нужно на север, в ледяную пустошь. Так, нет, куда мы пустошь? Отправляемся? Куда-то наверх, наверное. Да. Вот тут. А, еще... Так, нам нужно золотые чешуйки собрать. Так, я, походу, знаю. А, не золотые, а какие, ледяные, взять? Да? Да, ледяные чешуйки. Так куда мы переместились? Лук. Ты по карте переместился куда-то? Да, лук и глушь. Ну, давай попробуем. Да, я переместился на там чайную плантацию, что-то такое было. Так, а нам на куда-то на север было идти? Ледяные. Да, эти. Вот. Надо их убивать. Где ты увидел? Там была такая чешуйка. Надо их, короче, убивать. Надо эти выходить. Короче, мы правильно пришли или нет? Да. Оба-на! Оба-на! Смотри-ка, что тут во льду опять, да? Да. Махач какой-то, Сашка, опять всё, заварушку какую-то устроил. Ну-ну-ну-ну. Всех избил, всех да? Исколотил, всех змей тут порезал, да? Я думаю, меня не заметят. Эти чешуйки или нет? Ну, это, короче, у генералов. Короче, не этот. Да, это нет. Только что далась чешуйка. Значит, он. Что-то я, походу, попутал. Так. Ладно. Ты попутал? Да. Или попукал? Эх-ха-ха-ха-ха, какая смешная история. Так, что-то я уже запутался, куда бежать-то тут надо? Вниз? Да, вот сюда вот. Вот сюда вот. Эх, мы не успели взять с тобой сундук. А, сундук, да. Да блин, я хотела его побить. Ты хотела его побить? Да, чтобы получить чешуйку. Пожалуйста, дайте чешуйку. Так, сколько у нас чешуек сейчас, мы сможем узнать? Ну, когда придем уровень, узнаем. Или не сможем с тобой сейчас узнать? Сейчас пока не сможем, только в конце уровня узнаем. Что? Такая долгая. Подвисла у нас тут все. Так, продолжаем, да? Ну-ка, 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 берем кристалл. Или не берем кристалл? Берем. Монеты тоже берем, пап. Если ты не знал, монет тоже берем. О, ключик. Че он не берет? Свой он брался. А в сундуке деньги. В сундуках всегда деньги. Это странно, да? Да. Хоть бы раз какие-нибудь портянки положили туда. Портянки? Что такое? Это портянки. Узнаем его слово у папы. Ура! Новое слово у папочки. А. Так, нужен нам какой-то этот рычажок. А вот он тихонечко мог бы добраться до него и не это. У этих же нету чешуек, у этих синих? Нет. Надо когда-то с посохами такие. А мы сможем узнать, вот сколько, такие вот. Сколько чешуек, только пройдя уровень, да, у нас? Да. Да как? Ну, если у нас сундуки, у нас дают 10, там. Так, 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 беги, 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 беги. Кристалл. Кружису. Да чё кружиску? Тут всего лишь два слабых, один такой.
Более-менее. Ну эти слабые тоже могут тебя замочить, если их трое. Эй, акули. Обманули дурака. Он запутался такой, пошел туда. Давай, сундучок-то берем. И... Че, кто меня ударил? Тут... Я. Пока ты не видел, я тебя так... Так, ну что у нас опять это, да? А, у нас сейчас какой? Третий будет уже? Третья локация? Да, вроде-то третий. Сейчас посмотрим. И после третьей локации мы узнаем, сколько у нас этих, да? Да. О, сразу ключик золотой. Я его так, ключик, потому что он красивый. Он куда-то не туда пошел. Бей его! По загривку. По голове. Мечом или палкой. Что это у него? У него меч. Тем более. Так, сундук открываем. Наверх идем? Да, наверх. Так, а наверху нас ждет кто? Гипно. Ой. Гипно? Из покемонов. Нет, гипно. Покемон гипно. Так, кстати, смотри, мы что снимали, нас снялось на канале Pokemon Go. Так что заходите, смотрите. А зачем ты разговариваешь так? Так-то-то. Да. Так, подожди, нам надо, наверное, в самый низ было идти. Или не надо было в самый низ идти. Так, ну, у нас тут бойня, тут махач у нас. Бей его. Он не успел даже моргнуть глазом. Так, собираем кристальчики для Зейна. Для Зейна и самый большой кристалл. Мы же забыли сундук. Это самое главное уровня, да, пап? Ну что, мы с тобой еще прошли уровень. В этом видео мы с тобой еще побили какого-то босичка, да? Давай, спорим, что хватит. Хватит. 20 уровень. 20 уровень. Так, и сколько же у нас? Давай посмотрим. Он нам скажет, сколько у нас. Так, ну давай посмотрим. Мы с тобой будем уже... О, уже 5 чешуйчатых этих, да? Ну, остальные 5 мы с тобой соберем в следующем видео, в следующей серии. Так что, если вам нравится Лего Ниндзяго Вукру, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы будем дальше снимать интересные серии Лего Ниндзяго. Прокачай. Молодец, теперь у нас вторая серия кружится есть. Да? Да. Ладно, увидимся в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.